Так, Диего Лопес выносит. Вот это вынос, вот это ёб твою. Вы посмотри, ёб твой. Поле касания. Менес, вот это удар, вот это школа нахер французская футбола. Опа, ты догнал мяч. Чудеса происходят, и нужно добивать. Что это за херня только что была? Бороздим серию А, и это уже третий выпуск. Самое главное, это защита. Реми и Миксес выглядели как два дауна, которые не умеют играть в защите, не умеют забирать мячи, бегают за футболистами соперников, петушки, какие-то не могут догнать. Попробуем немного другую связку. Так, у нас есть Запата и... А, больше никого. У меня больше нет защитника, Алекс травмирован. Это обидно. Так, и Пабло Армеро мне абсолютно не понравился. Аббаты выйдет. Посмотрим на состав Сампдории. Что может быть здесь интересного? Да ни хрена. Начинаем. Так, Диего Лопес выносит. Вот это вынос, вот это ёб твою. Вы посмотри, ёб твой. Ах ты собака, ну-ка. Я не понимаю, это просто какое-то невезение. Как это объяснить вообще, как? Так, Леон, Криштиану прям стал. Удар тоже, кстати, такой хороший. Подача Леона такая, хлёсткая. Так, атака наших Россонери. Эссье, ну вот это обработка, конечно. В лиге Габона, где он там родился. Сьен. Поле в касание. Менес, вот это удар, вот это школа нахер французская футбола. Больно смотреть на этот Милан. Это не Милан, это херота, ну ни хрена. В крестовину или там Лопес с девятины вынес этот мяч. Главой Сампдории и 2-0. А, 2. Почему счет 2-1? Почему счет 2? Что-то я пропустил, что-то я втыкаю. Он тут на цине там забил, оказывается. Это я навтыкал. Снова навала просто. Численное преимущество игроков Сампдории. Фух. Еще один угловой. Вот так вот Абате набирает ход на промфанге. Посмотрите на его скорость. Вот это неплохо. И по цине все голы головой забивают. Все. Еще один удар от Криштиану Роналду моего. Так, смотрим. Сампдория. Удар. Да, Диего Лопес. Конечно. Спаситель мой. Первый тайм закончен. Он был очень насыщенный. Просто обилие моментов обделили всеми моментами. И ну что, ну какого хера в Милане травмируются футболисты, которые стоят в опорной зоне? Почему? Почему после Де Йонга травмирован сразу же Эссиен? Кем мне его заменять? Объясните. Кто? Мунтари теперь. Ну я, конечно, от Мунтари в ахере. Блин, я даже не знаю, что поменять. И это уже две замены, то есть последняя замена у меня осталась. Но все-таки нам нужен плеймейкер, Хонда. Хонда сразу же берет бразды в свои руки. И тут них... Воу-воу-воу! Поле, вы посмотрите, завелись. Хонду выпустил и сразу же пошло-поехало. Ну почти. Так, Минес, надбой сыграл Минес. Крестич, ох ты, Диего Лопес. Пока что памятник ему. И я просто в ахере. Я не могу объяснить ситуацию, когда травмируются игроки, которые играют лучше всех в своей команде. То есть теперь по цине. Пусть играет с травмой, мне срать. Вот это подкат. И удар. О, твою мать. Почему он завис? Почему он отбил удар и тупо завис? Вся моя защита зависла нахер. Тупо стояла и наблюдала. Добивает мяч. Это тварь. Эль-Шарави на левом фланге. Поле на Хонду. Плюха. Еще атака Милана. Манес. Какая обостряющая передача.
шилью. Не понял. Вот это подкат, ну рубанул просто. С двух ног. Твою мать. Это катастрофа. Мемион развалился. Дешилио. Подкат сзади при наличии желтой карты. Теперь это весело. Лопес, какой прыжок. Я охерел. Дешилио, ну опустите мяч. Ой, какая передача. Пацине с порванной жопой. Ясно. Более. Вот сразу видно команда, которая стремится забить, которая проигрывает. Видно вратаря, который дает точные передачи. Да, пока что не самый удачный отрезок карьеры. Уже пока же Милан на дне, как и обычно. Это не дело. Если следующий соперник Лацио. Я думаю снова в основе вернуть Хонду. И... Состав Лацио, конечно, неплох. Очень даже неплох. Поставлю сразу же контратаки, потому что вот здесь вот я немного прогадал. Буквально сразу же атакует Лацио. Сразу же. Нужно сесть в оборону, потому что очень опасная Лацио. Я просто представляю. Смотрите на эти удары. Еще один удар. Наши атаки — это редкая ситуация. Поле, вот этот перевод. Бонера, ну там пацине нет, поэтому. Зря просто навесили. Ну, почему он так играет? Бонера неплохо так заменил, кстати. Твою мать! Почему? Ну, пустые ворота уже были, можно сказать. Бонера так Абаты хорошо заменил. И сейчас, конечно же, мы пропустим. Вот я чувствую. Сыграйте внимательнее в защите. Смотрите, они в треугольнике играют. Мои половины. Главой. Подача. Стоит выбить. Нет, давай. Ах ты. Пожарники. Да, первый тайм. Первый тайм невероятно удручающий. Я боюсь, что можем и в этом матче проиграть. Игры, как и раньше, нет, не было. У нас один нападающий, некем заменить. Ну, я думаю, Айден Макини сейчас порешает. Хонда, перевод, Бонера. Еще, нужен удар. Сиену решил дать. Еще один перевод. Бонера. Точно. Ну, уже стараются, видно. В чем-то их можно похвалить. Хонда, Торрес. Торрес на Манеза и удар нехороший. Правый фланг, атака. Кита. Ох, да. Это сейв Диего Лопеза. Еще один сейв, только теперь уже мы его защитим. Спасаемся нахер по Ундре, это просто жесть. Так, стоп. Дадим шанс Ван Хинкелю, потому что Сиен совсем уже там дряблый, не может играть. Хонда подача, ну, более-менее. Ну, добей! Вот это удар, ну твою мать! Эвакуацию в атаке. Нужно держать. Хороший подкат от Ван Хинкеля, кстати. Осторожнее там с подкатами в штрафной площади. Удар! Диего Лопес. Ни секунды передышки моим футболистам. Хонда уже в подкатах там стелется вовсю. Лопес, боже мой. Белка в колесе крутится. И все-таки дожали. Я не понимаю. Они... Это нечто. Это просто отвратительно. Подлюки. Сразу же перевел Торрес, буквально сразу же нахер. Вот просто такое ощущение, будто все 75 минут они ждали, пока вот давайте мы пропустим мяч и только тогда начнем играть в футбол. Давай, сейчас еще какой-то спринтер нахер мой пробежит, забьет, буквально ни хрена там перепрыгнул. Посмотрите, какая атака, 3-1, должны реализовывать. Какой
Какое бревно нахер это сделал? Это динамичный матч. Буквально снова атака. Левый защитник. Мой Дешильо. Где он был? Зла у меня не хватает на этих сраных футболистов. Такого я еще не видел. Такого отношения к футболу я еще не видел ни в одной команде. За 5 матчей мы выиграли один раз, все остальное проиграли к херам собачьим. Это я не могу поверить, что это вообще возможно. Нахер. Причем слили кому мы? Чезени, Сампдории, Кальери, ну Лацио. Следующий наш соперник Кьево. И, конечно, имя небольшое, конечно, в серии А, но в данный момент они занимают второе место на таблице. И я думаю, с них нужно начать побеждать. Я там изменил кое-какие тренировки, потому что там была кое-какая проблема. И поэтому я принял решение продолжить сегодняшнюю историю с матчами. И я закончу победой, я уверен в этом. Матч против Киева обязательно нужно побеждать. Это мой последний шанс попробовать вернуться на вершину. Потому что это... То, что было до этого, 4 поражения, это было невероятно. Ну, по крайней мере, вернулся Пацини и Миксес. То есть я их буквально сразу же поставлю. Из-за этой серии унылых поражений мне пришлось продолжить выпуск. Ну, я должен постараться не подвести своих болельщиков. Первый тайм, начинаем. Угадайте, атакует Киево и Дешильо, выдрал мяч. Хорош. Ну, конечно, по ногам рубят Ширави. О. Желтый получил парень. Аббат, и догнал мяч. Чудеса происходят, и нужно добивать. Что это за херня только что была? Ну как он не смог только что забить? Как там вратарь выстелился в таком невероятном прыжке? Мои дауны пропускают. Да, пока что все очень-очень-очень тяжело. Плохая распасовка, Эль-Шарави. Проход какой, Эль-Шарави, давай! Минес, ну наконец-то, хоть что-то более-менее. Шарави первый раз, походу, за эти 5 матчей сделал сольный проход. Защита отбивается, ну посмотрите, как она отбивается, какая передача получилась. Где моя защита? Что это за херота? Фух. Как всегда, мы дырки в защите. О, какой удар. Штрафной удар. Смотрим, Хонда навес. Худший навес, который я только видел. Кстати, внимание, он так и реально навешает. Поле. Хонда. Сразу в касание, Манес. Попробовал пробить. Прострел Аббате. Неудачно. Еще раз Аббате навешает. Тут нужно добивать. Джан Пауло Пацини. Лучший бомбардир. Пока что единственная моя мессия. Пока нет Де Йонга. Ну что же, молодцы. 2-1 и вышли вперед. Может, какой-то плюс. Манес на промфланге. На Хонду. Хонда, ну, спотыкается там во все. Смотрите на поле, какой отбор. Эль-Шарави. Ну тут завелся Эль-Шарави, молодец. Пацини про... Да, там поле. Пацини на Хонду. Хонда, как всегда, кусок говна. Эль-Шарави не забивает. Уже в защите более-менее. Уже что-то получается. Хонда, Пацини. Пацини пас должен уйти. Вот это пас. На этом закончен первый тайм. Давайте продолжайте в том же духе. Я им сказал и похвалил их, им просто насрать. Никак не отреагировали, к сожалению. Ну и Хонда. Хонда был, конечно, в центре внимания, но не особо положительно. Я вот думаю, кого бы выпустить. Я думаю, на его место выйдет Бонавентура. По всем выставлениям в Милане он показывает, что он один из немногих футболистов, которые стараются. Второй тайм. Дешильо туда-сюда, туда бегает. И тут же Пацини контратака, сразу же буквально. Пацини, ну...
сюжетно задан, конечно, более-менее. МНСК всегда по воробьям. Обычно в моей команде происходит Бонавентура. Съем снова Бонавентура. Ну, уже точные передачи хотя бы пришли. Аббаты, какая скорость. Нужно добивать. Нужно добивать вот это мясо. Чем бы их таким освежить? Шрави оценку получил за шипезную. Макхиди выйдет вместо него. Посмотрим, что Макхиди покажет. Это как Ева. Давно не было, кстати, а так Ева. Ой, не будет нахер, потому что поле. Поле точная передача. Макхиди свежевышедший. Бонавентура запорол все. Снова Бонавентура. Ну или Хонда, конечно, они как будто близнецы. По несчастью. Макхиди активный, свеженький и неточный. Так, поджимают, поджимают Кьеву. Что-то я погорячился нахер. Бонавентура. Пока что только выносы у Кьева. Поле неплохо. Бонавентура. Удар еще один. Макхиди хорошо так активно зашел. Какая длинная передача на Макхиди. И точно, Бонавентура, смотрим за этим плеймейкером. По цене снова Бонавентура. Удар перекладина. Стрел Арми, там надо ворота бить, а не мешок. Перехват. И снова контратака Макхиди. Уверенно. И перекладина. Эй, пенальти. Почему не было пенальти? За херня. Оля, снова Макхиди. Как зашел Макхиди? Удар. Вот это конкурент Эль-Шарави. О, Рами еще. Я просто в ахере с вашей игры. Просто молодцы в этом матче. Лоша. Посмотрите, Сиен. Закончен матч, и вы знаете, я невероятно доволен. Я не знаю, как их хвалить. Я их похвалил, им, конечно, насрать. Что ж, я обещал победить. И, конечно, с натяжкой. С натяжкой опустили мы Киеву. Так, были на втором, уже опустились. А Милан так-то да-да, начинает подниматься. Подниматься с дна. То есть будем поднимать и будем стараться делать все самое лучшее, чтобы Милан наконец-то обрел свою игру. В последнем матче было видно, что они играли очень уверенно и спокойно. Что ж, выпуск получился очень длинным. Ну, все-таки ситуация предвещала такое. Уже столько поражений, нужно было разряжать обстановку победой. На этом все, до скорого.